Имя Господне. Садитесь, пожалуйста. Нет, мы... Ну да, помолимся. Господь, Отец, Осанна, слава Тебе. Мы признаем тот факт, что мы без Тебя, Иисус, не можем делать ничего. Мы не можем справляться, Господь, Отче. Мы признаем, Господь, Отче, свое бессилие, Господь. Смиряемся под Твою крепкую руку Божию, Господь, Отец. Аллилуйя, Отец, Осанна, слава Тебе. Без Тебя мы можем что-то делать, но только плохое. Не можем справиться с искушениями без Божьей благодати, без Иисуса Христа. Дай нам это вовремя осознавать. И всякий раз, когда мы в этом нуждаемся, в Твоей помощи, в Твоем подкреплении, вовремя призвать имя Господне. Просто вовремя начать призывать, Иисус. Ты сегодня, пожалуйста, приди в каждое сердце, Господь Отче. Наполни нас, потому что без Тебя мы не можем даже прославлять Бога Отца. Наполни нас Твоей святой благодатью, силой Твоего Святого Духа, Господь, Твоим святым помазанием. Помажь наши голосовые связки, Господь Отче. Аллилуйя, Отец. Просто, Господь, вознеси нас и сегодня в духе, Господь Отец. Осанна, слава Тебе. Аллилуйя, Отец. Благословляем имя Господне. Имя Господне – крепкая башня. Бежит в нее праведный и будет спасен. Скажи аминь. Аллилуйя, Отец. Мы молились во имя Твое, Иисус Христос, наш Господь и наш Бог. Аллилуйя, аллилуйя, аминь. Иисус, Ты мой Спаситель, Господь, Хранитель мой. Псалом 125 стих. Можно чуть погромче, потому что... Все. Желаю.